Что у нас здесь предлагает нам Ларсон? Точно так же она предлагает от классики, да? Пишет, что ваш тип классический с преобладанием романтика, да? И она предлагает от некой вот этой классики усредненной, сбалансированной, шагнуть в сторону романтика. То есть с закругленными краями, деталями, такими как лацканы, кайма, закругленные края. Да? То есть мы берем романтику и скорее... Ой, прошу прощения, боже мой. Классику, да, и скругляем ее, смягчаем. Да? Такая смягченная классика. В этом понимании. Мягкие текстуры, смешанные принты. Точно так же смешанный характер линии принтов. Почему? Потому что смешанный типаж. Смешанный в плане, смешанный по линиям. Романтические детали должны быть более сдержанными, не такими очевидными. Да? То есть умеренность, не такая сладкая романтика, не такая нежная, не такая трепещущая, да, то есть уже более спокойная, более выдержанная. Юбка от костюма может быть уже прямой или клёш, да, то есть речь идет о том, что если мы романтику рекомендовали, да, свободную, расклешенную, с учетом особенностей его тела, в том числе и, в общем-то, природы, да, то здесь она уже пишет, что у классика романтика, пожалуйста, можно и прямую юбку, и расклешенную. Вот. По сути дела, мы уже приближаемся к балансу, да? Так, пиджаки от костюма должны быть короткими или иметь баску. Но здесь сохраняются у нас рекомендации, да, близкие к романтику. Длина костюмных юбок в идеальном случае до середины икры или немного длиннее. То есть сохраняется длины романтика, которые мы с вами помним. Так. Топ должен быть короче, чем жилет или пиджак, или быть заправленным. Окей. Ваши брюки капри длиной до щиколотки. Укороченные брюки ниже икры. Не слишком широкие внизу. Разрезы хороши в обоих случаях. И там, и там. Аксессуары, как и ваша одежда, средние по контрасту и мягкие. О чем можно сделать общие выводы, да? Точно так же мы от такой некого абсолютно, да, усредненного, сбалансированного классического образа двигаемся теперь в романтическом направлении, смягчаем линии, но при этом в принтах может использоваться линия смешанная, да, и используем уже, скажем так, добавление романтики, да, такую приправу романтическую, но без фанатизма, более сдержанно, так сказать, не теряя баланс.